Всем огромный привет! Всем привет! Нам сегодня пришла посылка от наших подписчиц. Причем не одной, а сразу трех. Лилия однажды мне написала сообщение ВКонтакте и написала о том, что она является нашей подписчицей. Даже не она одна, а еще ее дочка и ее мама. Лилия, огромное спасибо как вам лично, так и вашим близким, потому что они решили нас порадовать с Максимкой. И Лилия сказала, что они всей семьей собирали нам посылку, думая о нас и подбирая лично нам вот эти вот подарки, продукты. Получили мы сегодня эту посылку. К сожалению, у нас почта работает так, что Лиле пришлось мне написать в личку, что с прошлого еще вторника посылка ждет на почте, но извещение мы так и не получили. Поэтому сегодня мы с удовольствием сходили, ее получили, она до нас дошла, чему мы рады. Рады. Максим со школы пришел, я его еле дождалась, потому что хотелось вместе с ним открыть, ну, раз посылка адресована двоим. Ну и давайте вместе открывать. Правда, очень интересно, потому что Лилию я вообще не знала. Она сказала, что комментарии не пишут, а подписаны... в общем, у дочери. Просто в дочери зарегистрированы. И с ее канала вот они так подписаны. И просто смотрят. Поэтому для меня вот было такое удивительное знакомство. Наши подписчики, подписчицы живут в городе Воронеже. У меня с Воронежем практически ничего не связано в жизни. Однажды я разговаривала с одним человеком, и мне так понравился, как он говорит голосом, и он сказал, что это воронежский акцент. Вот единственное, что у меня в памяти за всю жизнь было. Ну что ж, открыла. Давайте смотреть, что там. Давайте. Ух ты! Уже что-то интересное, видите? Ой, как интересно. Вау! Немножко волнуюсь. Я тоже. Он тоже. Ну, давайте смотреть. Вау. Первое, что попалось нам, это с городом Воронежем вот такой магнит. Немножечко 3D. 3D, да, потому что здесь, смотрите, выпуклый, как называется? Значок. Ну, это не значок, а герб, наверное. Вот. Городской. Да, герб города. Спасибо большое. Дальше идут пробники. Я так все по очереди буду доставать. Вот такие интересные пробники. Ой, так приятно. Вот такие маски. Я такие маски уже попробовала. Вот эту я пробовала, показывала в пустых баночках. Мне они очень-очень понравились. Классные масочки от Шалин. Спасибо. Вау. А, я понял, это типа плееров таких. Это наподобие плееров. А что это? А, плееры это такие вот, туда втыкаешь наушник и слушаешь музыку. Это музыкальные плееры такие, типа. Типа, а что это? Ну, что-то такое... Что-то очень интересное. Что-то с мазями связано, ну, что-то с такими наборами красоты. Пластик. Пластик? Это пластик? Это же, по-моему, это гель какой-то специальный, ну, там лак. Мы даже не поняли, что это. Вау. Смотрите, я вам сейчас покажу. Вот попробуй догадайся, что это ластик. Я вот вот так вот упакован необычно, а это ластик. На, это тебе. Музыкальное. Так, следующее что-то очень-очень интересное. Вырастить кристалл, ура! Вау, я прям мечтал. Я правда мечтал. Да? Я даже не драматизирую. Я даже не драматизирую. Это настоящая радость. Смотрите, что пришло. Я бы так же бы обрадовался. Круто. Тут нужно выращивать такие кристаллы. Я Макса перед роликом попросила, ты только не играй. Ты, если будешь показывать, ну, вот как-то реакцию, ну, вот радуешься и радуйся, только не играй. Да, я не играю. Вот она говорит. Я правда, мне... Вот он меня и предупреждает. Я мечтал. Не игра. Ух ты. Слушайте, правда здорово как. Вот там вот... Набор. Набор.
Может открыть, посмотреть, что там? Ну, открывай, пока смотри. А я дальше пошла. А, тут баночка специальная. Тут я а это, по-моему, опять Максу, да? О, прикольный. Еще ластики. Вот такие красивые. Так, ролик оживает, оживает уже. А кристаллы тоже оживают. Максу уже не с нами. Вот правда красивые какие ластики. Помоги, пожалуйста, открыть. А то специально. Но он просил как-то кристаллы, я помню. Да, я просил у Кати с Пашей, потом поменял на вертолетик, но я тоже о них мечтал. У меня был выбор. Выбор. Теперь он мечтает только о вертолетике. А что-то я никак не открою. Тут вот тут вот открываешь. А, тут надо вот так. Тут надо сломать вот. Да. Ой, как интересно, подожди. Порошочек. Сначала мы. Вот так. Так интересно. Он немножко напоминает такой вот песочек. Ой. Это, наверное, ложечка. А, ну, не страшно. Мешать. На, держи. Красно. Дальше разбирайся. Ага, пошел. Ой, как интересно. Вау, я уже рад. Вообще, очень удивительно. Вот какое, знаете, вот чувство сказки, когда приходит посылка, и вот ощущение вот какой-то детской радости. Ух ты. Максим, смотри. Вау. Значит, это, видимо, тоже Максимке. Вот такой светильник светодиодный. Как раз мы батарейки недавно купили. А тут другие. Так, ну давайте посмотрим. Может быть, в комплекте батареечки. Это он все любит. Ночнички разные. Только он сейчас пока не с нами. Ой, смотрите. Вот. Вау. Наверное, будет разными цветами. Да, красиво. Ой, как красиво. Синий. Угу. Очень красиво. Вот такое вот будет чудо. Нравится? Угу. Нравится. Я как раз хотел такой. Ой, девочки, спасибо вам огромное. Лилия, правда, порадовали. Так приятно. Такой сюрприз прямо замечательный. И все такое прям интересное. Но я вижу еще кое-что Максимке. О, еще один ластичек. Еще один ластик. Вот такая милая обезьянка. Я уже с вами. Все, да? Ну, можно, знаете, как сделать? Максимка на своем канале вот эти кристаллы покажет. Да, покажешь? Да, покажу. Как вот, что там происходит? Угу. Потому что, наверное, и Лилии интересно. Я думаю, 2 дня он будет где-то готовиться. Ну, какое-то время. О! Ой, тут что-то личное. Это записка, письмо. Никому не покажу. Для Светочки и Максимки. Ой, спасибо большое. Ну, мы прочитаем. Мы потом обязательно это все прочитаем. Сейчас пока спрячем. Ну, и еще у нас осталось вот такой вот маленький пакетик. Сладости. О, это, по-моему, все Максимкино. Сейчас он покажет сам. Вот такой вот. Вау, какая прелесть. Вот такой вот волсучка такая. Да, вот такие вот конфеточки. Такая вот раздражная. Их 2 штуки. Ага. Так что одну, я думаю, прихватизировать. О, тут банановая, а тут арбузная. Да, одна банановая, другая арбузная. Люмик. Дальше. Ага, дальше тут у нас вкусняшки тоже. Без сахара, это то, что надо. Да. Умные сладости. Как раз у меня Максимка сейчас на запрете на сладком. Поэтому то, что надо. Ну, да. Круто. Тут, кажется, это шоколадка. Ой, какая шоколадка, интересно, я аж загляделась. Молочный шоколад 100% натуральный, детский. Вот такой с киской. Киска. Кися. Ой, какая красота. Мне интересно. Смотрите, у него даже упаковочка вот такая красивая. Вот. Бэби детский. Замечательно. Так приятно. Да. Ну что там дальше? Еще вкусняшки тоже. Так. Тут тоже какая-то масочка. А, с человечком. С пандой такой. Молочный шоколад Люмик. С светящейся палочкой. О, пузатик называется. Тоже Люмик. Тоже Люмик, да. Ну давай дальше, последнее показываем. Последнее у нас шоколад. Тоже. Еще один шоколад. Да называется еще? Воронеж. Воронежский. Да, сувенирный. Да, получается сувенирный. Фантик можно будет сберечь. Угу. Замок принцессы. Замок принцессы Альден?
Оренбургской. Вот какая Альденбургской. Вот какая принцесса. Ну, видимо, и замок вот этот. Альденбургский. Да. Вот какой. Спасибо огромное, девочки. Так приятно. В основном посылка получается даже Максимке. Мне тут вот столько средств, а у него там целая гора. Поэтому очень-очень, конечно, приятно, что ну, Максимку многие любят, многие его балуют. Да? Это мое счастье избалованное. Огромное спасибо также за магнитик, потому что магниты мы любим, особенно если на них достопримечательности города. А вот смотри, тут свиток такой. Да. А вот это я, если не путаю, я не знаю, видно или нет. Вот, вот это вот не Петр Первый случайно? Можно посмотреть. А что, ты его узнаешь, что ли? Не знаю, не сейчас он пока узнает. Воронеж 1586 год. Да, ну это основание, наверное, город основан. Стоп, я же, я, кажется, смотрел сериал «Ревизор», и там был этот котик. Там проходил ревизор его. Это статуя такая. Ну все, мы уже не с вами, мы уже обсуждаем. Он был с улицы какой-то. Лилия, огромное спасибо вам и вашей семье. Настолько приятно. Теперь у нас и в ластиках появились новые новиночки. У нас теперь есть с чем чай пить. Как спать с чем? С чем спать, да, ночничок. Ну, ночничок не очень понравился. Такой классненький. А там... еще там вот эти вот штучки, блесточки. Они, да, блесточки, они еще так это... переливаются. Болтаются в жидкости. Угу. Очень красиво. Да. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто радовался вместе с нами. И всем пока. Всем пока. Сложила я все вместе. Вот такая замечательная посылка получилась от трех замечательных девочек. Спасибо вам еще раз огромное. Я почему решила вот так сложить, чтобы поближе показать некоторые вещи. Во-первых, я разглядела открытку и не могу ей не поделиться. Лилия сделала, смотрите, как интересно. Вот здесь имя Максим и интересные разные качества. Мир, мягкость, красота, семья, искренность и мягкость. А здесь света, солнце, вдохновение, единство, тепло и атмосферность. Очень интересно для Светочки и Максима. Так приятно, так классно, спасибо огромное. И сама открытка очень-очень приятная. Хочу показать также, как светильничек смотрится. Ну, настолько он красиво, прям как свечечка играет. Вот это вот поближе тоже покажу, что же было для меня. Это отдав увлажняющий, я так поняла, и для объема, для ухода за тонкими безжизненными волосами. Отдав, это увлажняющий шампунь и кондиционер для волос. Вот такие два больших пробника, очень удобные. Также вот этот крем попробую для сухой чувствительной кожи. А вот это я не очень поняла, что это. Тут ничего нет на русском, поэтому, Лилия, вы мне подскажите, пожалуйста. Написано коллаген. Вот. Ну, наверное, для лица, но лучше поточнее, хорошо? Ну и три маски, с масками я разобралась. С ластиками мы тоже разобрались, смешно получилось, как мы не могли понять, что же это такое. Вот правда, бывают ластики такие, что вообще не разберешься, что это. Вот такая милейшая обезьянка была также. И вот этот набор, все-таки мне самой интересно, что же это за такие волшебные кристаллы. Вот так поближе покажу. Я так думаю, у нас будет аметистовый кристалл. Вот они такие разные. Давайте я вам покажу, что сюда входит. В общем, вот такая лопаточка. Вот тут в форме песочка. Вот что-то такое интересное. И здесь набор из камушков. Так, там пакетик. Вот. Смотрите, как интересно. Вот такие камушки. Здесь...
затравочные кристаллы. Вот, видите, в таком пакетике интересном. И сама инструкция, как делать, где тут вырасти свой кристалл. Вообще просто очень интересно. Максимка действительно мечтал, вон он как кричал, что это он не на камеру, а правда радуется. Вот такая красота. Ну, очень интересно на самом деле. И вот написано, что надо делать по инструкции. Ну, он это все разберет и обязательно все это сделает. Ну, потому что даже мне было очень интересно. А, вот еще в пакетике я тут не разглядела. Это, наверное, не пакетик, а перчаточки. Да, это идут перчаточки. Вот такой интересный набор. Так, вот сюда его. Лопаточка сюда. И ой, вот так. Ну и последнее, что я хочу все-таки показать поближе, это вот такой магнитик. Я была права, это достопримечательности города Воронеж. Это памятник Петру Первому. Это, сейчас скажу, это собор Благовещенский. Вот эта скульптура котенка из мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова». Оказывается, эта улица находится в Воронеже. Так, поближе. Вот он, такой котенок. Ну и вот это вообще очень интересно. Это связано с Петром Первым. Это корабль-музей Петровской эпохи. На самом деле, очень интересно мне тем, что наш город тоже связан с Петром Первым. На нашем озере Плещеево Петр Первый когда-то делал свою потешную флотилию. И у нас тоже есть ботик Петра Первого с его вот этим первым кораблем и тоже такой музей-усадьба. Вот. Поэтому есть небольшие родственные сходства через Петра Первого у наших городов. Вот. Не могла не поделиться. Просто мне об этом написала, обо всем Лилия в письме. И я решила это тоже вам зачитать. Вот такая была замечательная посылочка. Замечательный такой привет из Воронежа. Спасибо огромное вам. Всем, кто смотрел, кто порадовался вместе с нами, с Максимкой. Всем до новых встреч и всем пока!